немецкая овчарка или британская короткошерстная кошка. В ветеринарном центре «Свой доктор» одинаково профессионально осмотрят любого питомца. Руководители ветклиники часто приглашают врачей из области и других регионов для того, чтобы специалисты оказали квалифицированную помощь домашним животным саровчан. У нас неплохие контакты с Нижним Новгородом, в частности, с сельхозакадемией, ветеринарным факультетом, с Чвала Александром Викторовичем, деканом ветеринарного факультета, и заместителем декана Гориным Михаилом Александровичем, который в настоящее время 6-7 июля приезжает к нам осуществлять прием и операции по показаниям. Доцент кафедры Нижегородской сельхозакадемии, кандидат ветеринарных наук Михаил Горин помогает четвероногим уже более 7 лет. В Саров он приедет не первый раз. В прошлый свой визит доктор провел несколько сложных операций, которые связаны с онкологией и другими серьезными заболеваниями. Для города распространены системные заболевания мочеполовой системы, цистит, мочекаменная болезнь, а также сезонные заболевания – это пироплазмоз у собак. Михаил Горин будет принимать четвероногих пациентов 6 и 7 июля в ветцентре «Свой доктор» по адресу улица Зернова, 65. Записаться на приемы и операции можно по телефонам 37901, 8908-762-0901 или в официальной группе ВКонтакте.